Частные организации дополнительного образования Бурятии будут субсидировать из бюджета республики. Этот законопроект одобрили на заседании правительства и вынесут на следующую сессию Народного Хурала. Если депутаты утвердят предложение, то уже с 1 сентября частники смогут претендовать на господдержку. Таких организаций, по данным Минобра, в республике 86. В них занимаются более 7,5 тысяч ребятишек.